Братишка, привет, сестренка. С тобой, как всегда, я отец Шуморо, и добро пожаловать в самый ожидаемый шутер миллионами людей на планете. Doom Eternal. Ну, должен был бы сказать я так эпично, но я и сказал так эпично. В общем, это новый Doom. И он у нас появился в Стиме. Естественно, как скачать, я тебе ссылку в описании оставлю, если ты вдруг будешь искать. Значит, это Doom. Первый Doom. Та игра, на которой я рос. Та игра, Duke Nukem, Doom, там, понимаешь? Doom еще играли там на разных приставках старых. Я не помню, какая-то приставка была. Блин, забыл, как она называется. В общем, древняя-древняя, короче, там первый Doom был. Все это пиксельное, интересное, короче, мясо и так далее, кишки. На эту игру возлагают большие надежды, потому что здесь, типа, офигенная динамика, офигенная механика, офигенная стрельба. Давай, короче, смотреть. Значит, если не очень, то не очень. Если офигенно, то офигенно. Нажимаем компанию, значит. Doom 3, кстати, я тоже играл. И, кстати, Doom 3 меня поверг фантастический экстаз, когда он только вот на дисках появился, я увидел скриншоты и был в шоке просто. Мне рано умирать, сделай мне больно, ультра жестокость, кошмар. Сделай мне больно. Давай посмотрим на сделай мне больно. Как... Ну, чтобы чувствовать себя нормально, понимаешь, чувствовать себя уверенно. То есть сделай мне больно, это значит сделай мне больно, а это значит, что меня будут здесь имбянить. Как говорится, давай посмотрим. Нажмите Space, чтобы продолжить. Будет заставка? В Думах всегда была, как тебе сказать, интересная заставочка. То есть, ну, всегда были такие... Вроде всех исчадий из глубин преисподней. Спасибо за лайк, кстати. Против всех нечестивцев рода людского. Да! Против легионов мы выставим тебя одного. Против хейтеров, я понял. Рви и кромсай, да! Пока не иссякнут. Да! Пока не иссякнут. Кто не иссякнет? Хейтеры? А, хейтерочки, пришли на мое видео уже? Сейчас мы будем бороться с вами с нечистью. Астероиды летают. Мне их не сдержать! Это они... А почему одни женщины выжили? А вот мужчины. Они повсюду! Потери исчисляются миллиардами. О нет! Они прорвались! Кто они? Хейтеры напали на Землю! Нам осталось лишь молиться. А там кто сидит в башне своей пабгер какой-то? Уличный пророк. Да, 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 да. Вот эти шейдеры думовские, вот это графическое оформление, это Doom. Это Doom, понимаешь? Понимаешь, вот это вот сразу видно, стилистика, это Doom. В настоящий момент захватчики контролируют почти две трети планеты. Ну да, дайте мне мою пендрочку. Ой-ой-ой. Bethesda Softworks представляет. Цель помечена, но сигнал весьма нестабилен. Ибо их не страшит воинство людей. Какой у него огромный. Он один. О, господи. Приводит их в ужас. Игра ID Software. Тут должен вступить этот Джон Кармак. Разработчик движка, я не помню, он или Кармак разработчик движка Quake изначально. И это уже последующие версии этого движка. Doom Eternal. Да-д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 а, дайте мне ворваться, дайте мне ворваться. О, хейтеры! Привет, мальчишки! Это обучение? Меня обучают уже? Как мне добить? Я хочу добить. Здесь красивые добывания. Так, значит, смотрим. Прежде чем, значит, рываться в офигенную чувствительность того происхождения, которого ты присутствуешь, в котором ты присутствуешь, ты должен сделать вот такие вот вещи. Если сенса крайне несексуализированная для тебя, ты должен ее подстроить так, чтобы твое наведение было крайне практическое. Вот это патроны. Так, слушай, она мне напоминает прям. Доберитесь до покоев. Привет, а ты что светишься? Так, значит, зверские убийства. Если нанести демону достаточно урона, его можно оглушить. Оглушение так. Подойдите вплотную, нажмите Е или мышь 4, совершить зверское убийство. На! Зверское убийство! На! Зверское тоже! На! Зверское убийство! А, смотри, сколько здесь веселья.
Это какие-то инопланетяне, понимаешь? Какие-то... О, да! О, да, девочка моя! О, да, пензоп... Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Драдна-дан... Эй! Нажмите С, чтобы мгновенно распилить демона! Где? Да! Слушай, прикольно, прикольно, прикольно. Мне нравится, мне нравится. Мне нравится. Это демоны! Слушай, мне нравится, мне нравится. А что из них выпадает такой, какие-то кусочки ДНК? То есть это типа у нас обучалочка, да? 250 FPS. 250 FPS, понимаешь? 250 красивых, вкусных FPS-ов у нас с тобой. Так, ладно, посмотрим, что здесь у нас. 3,5 метра дырочка. 3,5 метра дырочка, дырочка не активна. А, все понятно, понятно. Дал по лицу, короче, двери. Вот это эпично, я понимаю. Двойной прыжок. Все понял. Так, двойной прыжок у нас есть. Двери можно дать по лицу, это очень хороший знак. Все такое, смотри, красивое такое. Такое все такое. Ну, красивое очень, оформлено классно. Приятно здесь находиться, очень... Очень такое все нежное, нежные тона. Мне, я обожаю вот такое оформление, вот это вот все. Это все прекрасно. Ой, это хейтеры. Шиморо, а где Call of Duty, Шиморо? Я завтра выпущу, завтра выпущу. Не переживайте, маленький. Так, Миш, мне вот сюда. Так. Броня, значит, я понял. Хорошо, это что у нас такое? Это что такое у нас? О-о-о-о! Руководство по выбору модификации оружия. Это экран выбора модификации. Воспользуйте мод ботом, чтобы открыть. Здесь, короче, ты можешь модифицировать. Да, бомбы или пучки могу поставить. Стрельба очередями. Бомбы или пучки хочу. Открываю. Все, бомбы или пучки. Маленькие пахучки. Туру-дун-дун. По стрелочке. Вот это да. Для активации модификации нажмите из СБР украли, а? Для активации модификации оружия нажмите или удерживайте мышь 2, нажмите... Ай-яй-яй, не консоль, мне нужна пробел. Данч! Вот они, бомбы или пучки. Да, данч, смотри. А, теперь врываемся, банч! Потом... Все, я понял, я понял. Я понял, как здесь все сексуализируется. Давай, здесь, говорят, есть боссы сложные, типа. Динамика высокая. Так. Один такой радостный остался. Там кто там у нас? Кто там у нас еще? Все, выбиваем эту всю грязь. Здравствуйте. Слушайте, как это красиво, как это великолепно, да? Ты представляешь, сколько здесь веселья? Сколько здесь движения, да? Здравствуйте, маленькие мои. Хорошо, я понял вас. А, недостаточно топлива у меня, да? И сюда, маленький. Бей, кущи, кромсай. Давай постреляем немножко, посмотрим, как здесь это реализовано. Хорошо, маленький. Спасибо. Что у вас здесь? Все у вас, нет? Здравствуйте. Так, хорошо. Я уже вникаю, я внедряюсь, понимаешь? Я внедряюсь в ситуацию. Аптечка есть у нас. Но аптечка мне не нужна. Прикрепили там взрывашку. Сюда тоже взрывашку прикрепляем. Здесь делаем вот так вот. Здесь подходим вот так вот. Добиваем его. Сколько их будет, интересно, наваливать ко мне здесь? Мало боеприпасов, понял. Так, достигнута контрольная точка. Это топливо для бензопилы. Так, я понял, да. Это все грязное. Это все прекрасно. Это какие-то у нас штуки непонятные. Мне вон туда, видимо, да? Мне, видимо, вот сюда куда-то нужно будет. И это что такое? Это непонятно, что такое. Адские баржи. Читать в кодексе. На! Вы. Иди сюда. Кощей, ты что? Под защитой. Кощей, где твое яйцо? Вы не можете. Кощей, отдай яйцо. Как-то все красиво сделано. Такие великолепные. Ой-ой-ой-ой. Прекрасно. Че? Понаставлялся дизлайков, да, какашка? И яйцо не нужно. Бежим. О-о-о, смотри, какой, какая здесь мерзость вообще. Это все, эта земля демонами наполнена, короче, мы в го... Мамка моя! Брат! На 36, я тебя везде искал! Осталось еще два жреца. Эй, что ты там летаешь? Не летай! Ба-ба, ля-ля, у-ля-ля, кишкире-крю-крю-крю. У-ля-ля.
Великолепно. Он такой огромный вообще. Просто демон. Господи, демон, это же здесь. Че? Так, значит, теперь я хочу... Не хочу я стрельбу очередями. Не хочу я модифицировать дробовик больше. У меня и так... Мне дробовик мой нравится. Мне нравится очень сильно оптимизация. Это 200 кадров в секунду. Полноценных, четких, красивых, не проседающих 200 кадров в секунду. Отметка цели указывает на текущую цель. Так, значит. У-ля-ля, какие ты, посмотри-то, а-ля. Здравствуйте. Так, значит, ладно. Радостные, а чего вы такие, блин? Чего вы такие, как бы, стеснительные? Я не знаю, подходите, бейте, кусайте. Ты что, я же этот. Это кто, это наши? Нет, это не наши. Здравствуйте. Да, тихо, тихо, маленький. Не надо там ничем заниматься. Так, значит, здесь мы что делаем? Здесь мы должны уничтожить противника. Да, тихо, пацаны, тихо, успокойтесь, угомонитесь, пацаны. Мальчишки, все у вас будет хорошо в жизни. Ну, не в этой. В рот прямо. Ёлки-палки, красиво, как красиво. Слушай, мне нравится, веселье получаю, то есть. Ну, то есть могу, могу. Я понял, да? То есть, если ты хочешь орды, орды просто, уничтожение противников, то ты получаешь удовольствие. Подожди, мне тут заставляют заниматься паркуром сейчас каким-то, да? Подожди, там, там 109 метров, да? Меня заставляют заниматься реально каким-то паркуром. Чтобы я на вот это, как попугайчик? Типа вот так вот? А, то есть чтобы я был как попугай. У многих демонов есть слабые места, попадание по которым будет наносить им больше урона и даже могут лишить их определенных способностей. Слабые места мигают красным при попаданиях, значит. А Атрахон, а Арахнатрон. Арахнатрон, да. А дальнобойный демон, воитель, его слабое место турель, если у них... Понял. Атрахон, значит, по турели нужно стрелять ему. Как любое слабое место мужчины. Вот, значит, по турели, смотри, Аратрахону. Все, у Аратрахона нету турели. Аратрахон, иди сюда, я тебе... Это я зарычу пилот... Не могу? Господи! А что с КП? А что с КП? Аратрахон! Броня нужна. Тихо ты. Понял, 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 брат, брат. Значит, Аратрахона нужно... Аратрахировать таким вот методом. Больно, больно, больно. Аратрахон, это вообще больно. Тихо, спокойно, я понял. Я понял, как здесь все по-мясному получается. Это тебе не шутки. Мне нужно и за боеприпасами следить. И аратрахонить его. Все, я по турели попал. Все, закидываем, закидываем его, закидываем. Работаем, работаем, работаем. Не торопись, маленький. Все, аратрахона нет. Часть кодекса. Я уничтожил аратрахона. Там бочка, которую я все хотел взорвать под аратрахона. О, под тебя взорву. Спокойно, брат. Тихо! Мальчики, мальчики. Мальчики, у бабы 30 хп, мальчики. Это тебе не шутка. Понял, понял. Хорошо. Хорошо. Прилепилось тебе, маленький? Фу! Я победил. Я победитель. Теперь мне дадут новую пушку, видимо, да? Ну, Аратрахона мы победили. Это был злой, страшный демон, короче. Это уже 1 000 000 тысяч лайков достойно. Понимаешь? Как говорится, аратрахировали его, и все. Это что такое? Нажмите Q, чтобы вернуться к предыдущему оружию, как в СБР. Ля какие-то, а? Ля какие... У меня тоже такое колесо будет в СБР. Вы что делаете-то? Все, ладно. Какие молодцы-то, а? Все грамотно-то придумали-то, а? Ля, вы вообще делаете... Посетив картографический пост, вы откроете карту. Посмотрев на нее, можно, соответственно, досье какое-то... Опа-на, это то, что я зачистил, да? И я пропустил кое-какие моменты. Вот здесь вот вопросик какой-то странный. А вот у нас карта локации. Прикольно очень сделано, очень прикольно. Прикольно было бы, если бы, прикинь, в голодных играх были такие карты, да, которые ты можешь вот так вот рассматривать. Но, конечно, не нужно, потому что ты будешь по-дебильному тратить кучу времени.
на такие мапы. Ну, то есть на рассмотрение такой карты. Но тем не менее. Так, хорошо. Здесь минусанули. Что у нас по Патрикам? Я бы вот эту пушку модифицировал, посмотрел бы, что с ней. Ну, такая достаточно нескорострельная песосочка. Но уничтожает, как бы. Накидулю делает. А это топливо, да? Так, спокойно. Аратрахон! Господи, что здесь за... Мне вот этот вот не нравится мальчишка. Вот он слишком боевой. Я не понимаю, сколько ему нужно накидывать. Спокойно, 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 спокойно. Не аратрахируй, пожалуйста. Турель, говорят, же слабое место у тебя. Я в турель тебе столько засаживаю. Хорошо. Понял, 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 понял. Тихо. Опа. Хорошо, нравится. Красивенько. Зачистка пошла. Так, хорошо, что у нас дальше? Я ничего не пропустил. Здесь лежанчиков никаких нету. Залежули. Вон там вон щит, по-моему, спал, да? Да, щит спал. Соответственно, дальше могу работать. Они еще между собой, видишь, воюют. Спокойно, брат. Выходим дальше. Здравствуйте, маленькие. Вы, говорят, радостные здесь, да? Все спокойно. Топливо не буду тратить на малышей. Топливо нужно тратить на серьезных парней, мне кажется. Патроны очень быстро кончаются. Так, там... А это типа наша такая техника? Мехи? Опа-на. Цепляйтесь за... И нажимайте... Опа-на. Тан-тан-тан-тан-тан. Вцепился вообще просто, как в мое видео по Call of Duty. Так, это что такое? Желтая ключ-карта получена. Отлично. Работаем, работаем, работаем. Дальше урабатываем. Красиво, 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 красиво. Разблокировано. Просто гениально, просто гениально. Ты видишь, как я прохожу? Просто вот это да, по-отцовски. Опа, опа, опа. Я прям чувствую игру, понимаешь? Я чувствую динамику. Я прям чувствую, что мне хочется. Мне хочется еще, мне хочется сделать вот так. Тихо, мальчишки! А, нормально, нормально. А, там луч, там луч. Меня трахают, меня трахают. Я не знаю, что я сделал. Вау. Хорошо. Необходимый шаг к светлому будущему. Понял, 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 понял. На шарики не натыкаться. Аратрахон! Ты чё, блин? Дурак, что ли? Как он так? А как это? Все, у Аратрахона нет пушки. Все хорошо, хорошо. Отработали. Отработали, отработали. И там шары, и тут шары. Это ад, это ад, это ад. Тихо. Фу. Это жопа. Это жопа. Это жопа, просто жесть какая-то. Хорошо. Хорошо, слушай, меня что-то аж поджалось это. Левое яичко и отдало в голову. Ну, знаешь, когда болит, заболело так резко, и это, ладно. Это что такое? Бомба или пушки? Точная стрела. Воу. Все, точная стрела теперь у нас есть. Смотри, как модуль сейчас. Опа, опа, опа. Вот об этом я и говорил. Теперь у меня есть снайпа, наконец-то. Теперь я могу отрабатывать. Это что такое? Нажмите левый кнопку, чтобы выпустить гранату. Это граната осколочная. Через левый контрол, соответственно, работает, да, получается? Как, сколько здесь техники? А, какодемон. Это да, какодемон. Знаешь, какодемоны, это тоже, я их называю, но это мои подписчики.
Они не подписчики, они полухейтеры, короче. Я их называю какадемоны. А потому что они приходят покакать в комментариях. То есть вот типичный представитель какаподписчика. Какадемон. Блядь! Нет, я очень хороший паркурщик. Видишь? Ты просто не понял сразу ситуации. Как и демон. Ты пришел ко мне как кошка! Да что за это за фигня-то? А как они меня прижали так, как мартышки? Я не понял сейчас. Это что это было? Это моя первая такой... Здесь меня могут наслаждаться мной? Только не говорите, что вот на этом эпичном моменте я буду сейчас обоссываться просто вот на этой вот швабре деревянной. Почему ты сделал второй подкат, ты, блин, додик? Вот, ты распрыгиваешься и потом делаешь долет. Все понятно. Но там какако. Там какако просто, и в этом проблема. Мне нужно отрабатывать очень плавно это все дело. Мне нужно мелких сначала забирать. То есть, как я понял, здесь не просто такие вот у нас великолепные эмоции, да? Главное, чтобы не зажали в попочку. Мне нужно как окошечки. Я понял. Граната, я думал, потом запустится, а она сразу выпускается. Хорошо. Хорошо, я понял. Понял вас. Отлично. Мы на разборочке с мальчишками. Не понял, что это за втопт был? Мальчик, спокойно. Спокойно, малыши. Где какако? Господи, ну не вы только! Мне нужно отстрелить турель, короче, соответственно, мальчишки, который злой. Так, спокойно. Отрабатываем. У нас все хорошо, у нас все по плану идет. И ты знаешь, вот многие Doom реально прям очень сильно ждали, потому что, ну, любят вот такое вот месилово, когда тебе прям жестко наседают огромное количество, соответственно, мутантов. Это тоже своеобразная тренировочка, как говорится. В содействии мероприятию! Понял. Вот для этого мне и нужна эта штука, да? Хорошо. Спокойно, мальчишки. У меня нету больше, да? Угу. Иди сюда, маленький. В смысле? Почему меня жарит так? Бронька есть. Вырывай! Хорошо. Все, теперь вы мне не страшны. Я уничтожил его. Господи, нет. Не надо. Ну хватит. Они мне сниться будут. Нравится тебе без турельки? Вот ты нифига себе, у тебя мувы! Иди сюда. Иди с папочкой. Все, я уже разбираюсь, как с ними разбираться, как бы с этими какакушками. Фу, это жопа. Это жопа, ребята, это просто жопа какая-то. Это карнавал просто, какой-то монстров, понимаешь? Так, значит, смотрим. Красиво очень все. Очень красиво. Очень все. Обожаю такую атмосферу. Обожаю, когда вот лава, ад. Это очень красиво. Приятно, отдыхать хочется здесь. Реально круто. Вот разрушение. Вот это вот все. Блин, офигенно. Офигенно. Вот эта грязь, вонючесть. Очень классно. Очень классно. Влаги не хватает. Еще бы влажненько было побольше. Привет!
Открывай ротик. Нет, не так! Съел? Коко. Коко! Ты был мертв почти. А, Коко, Коко, я мог тебя по-другому, да? Я понял, я тебя мог пораньше даже отшимбенить, как говорится, да, и получить удовольствие от этого. Так, сверху я броню могу как-то взять вот эту? У меня есть здесь возможность получения мероприятия? Вот как-то бы забраться сюда. Очевидно, здесь есть возможность как-то это сделать. Но я пока не понимаю коллизии коллайдеров! Какие у меня варианты для продвижения дальше? Есть возможность как-то залететь наверх здесь, наверное? Здесь зацепиться персонаж не может, да? Маленький, не наблюдай за мной. Стоит, смотри, подглядывает. Ладно, пойдем тогда. Вот по этой штуке я могу куда-то залететь, да? Здесь вот поезд разбитый. Вот сюда можно зацепиться и, как я понимаю, оп, да. Но куда мы карабкаемся здесь? И куда нам нужно перепрыгнуть, чтобы... То есть, да, я здесь вскарабкался. Какая логика в этом? А, вот так вот сделать, да, ну понял. Теперь я могу сделать вот так. Ох ты ж, нифига себе! На мышку попал волосек. Котевский. Так, хорошо, понял. Ха, минус 2 прошивает, прикинь. У нас есть патрики теперь. Все хорошо, в принципе. Вот эта штука какая-то, пергамент. Так, вот этого тоже забираем, значит, идем дальше. Вот, ты нифига себе, нифига ты маленький. Какой ты резкий, большой. Щупальца. Это тоже новый вид монстра получается у нас. Вылезай. Вылезешь? Нет, уже не вылезешь. Потому что я в твою дырку... Господи! Понавтыкали здесь. Я вас понял. Коко. Коко, ля-ля. Отдай мне свой глаз. Ха. Хорошо. Хорошо, у нас все идет по плану. У нас есть снайпа, у нас есть... Все, что нам нужно. Что там было написано, я не понял. Там тут наверх. Наверху кто-то. Пусть воюют. Может, они друг друга перебьют? Уля-ля, кишкирею, курю, кишкирю. Вот так вот я должен. А здесь я нигде. О, ля-ля, какие-то, а? И что я должен здесь сделать? Вопрос у меня возникает. Подозрительный очень. Здесь дырочки какие-то есть, как пройти, либо мне все-таки в эту шахту лифта куда-то цепляться за какую-то другую стенку. А, ну тут спать для дебилов, конечно. Извините, пожалуйста, прошу прощения. Сразу не подметил, как говорится. Тихо. Здравствуйте, маленький. Здравствуйте, родные мои. Привет. Прям на бензопилу. Нарвался маленький. Коко. Уля-ля. Иди сюда. Был глаз, нету глаза. Так, здесь я могу бутылочки подсобирать, когда мне... Какой-нибудь босс здесь будет у меня? Какой-нибудь злой, вонючий. Зловещий негодяй какой-то, подлец. Коко. Уля-ля. Съел? Съел. Так, хорошо. Хорошо. Хорошо идет, прям очень, очень сладко. Как вы меня достали, маленький? Как ты меня достал, маленький? Спокуха. Спокуха без пены, там и Коко, и уля-ля. Идите отсюда. Да отвалить от меня! Я не хочу! Семнадцать хапулечек!
У тебя писька не стреляет. Да. 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 Уля-ля. Отвалите от меня. Видите от меня, у меня критическое ранение. А здесь броня была на втором этаже, да? Ну ладно. Хорошо, понял вас. Понял вас, сыры уважаемые. Понял вас, сыры. Мне теперь туда. Кто меня? Кто меня? Кто меня? Кто это? А, это червь. Понял. Я на отработке. Вау! Я здесь. Я здесь, мне сказали сюда! Осталось ни одного боеприпаса. Уля-ля. Коко. Коко. Почему я звуку демона? Мне не нужен демон. Мне нужно выжить. Как мне выжить? Как мне выжить? Вот я на метке. Я на метке. Я все сделал. Я все сделал. Я на метке. И Коко, и Уля-ля. И все были мертвы. Я всех уничтожил. Я зачистил абсолютно всю локацию. Я сделал абсолютно все. Коко и Уля-ля убиты. Кишкурукери, кишкери. Все уничтожены. Я сделал абсолютно все. Я вышел абсолютным победителем. Я победил. А где у меня цели задания вообще есть? С контрольной точки начать задание, этапы. Компания. А есть у меня... карта. Найденные предметы. Уля-ля, Коко. Попадите в цитадель. Прервите заседание совета. А, здесь должно быть заседание совета, но никто не пришел, короче. Это из-за коронавируса. Потому что массовые мероприятия запрещены. Блин. Демоны, короче, не ожидали и не пришли. А это все из-за того, что отменены массовые мероприятия. Все на карантине. И заседание массового совета, соответственно... Или придет? Давайте, у меня нет патронов, но я и так могу. Или вот это вот заседатели только сейчас добираются, только доехали. У них рейс задержали. Пока непонятно, что происходит. Но... А, все. Она внутри цитадели. Пришла все-таки. Это не из-за коронавируса. Все, ладно, поехали. Нужно было просто убить маленьких негодяев, которые здесь петушились, соответственно, да? Которые здесь волновали друг друга. Вот она, огромная массовая цитадель говна. Давай посмотрим, что в ней. Прямо над вами находится место сбора жрецов преисподней. Да. По моим данным, в самом центре этого комплекса имеется лифт. Я вас понял. О-о-о. Горланное пение, гордовое, горланное. Знаешь, как научиться такому пению? Много пить газировки и сидеть вот так же, отрыгивать. И научиться так петь. Очень скандинавская мотив напоминает. Созидательница, но за пределами своих владений она в полном смысле неуязвима. Да, я уже иду. Как это возможно? Никто живой не мог пройти врата, только... Ой,
Это семья Кощеев. Мир будет принесен в жертву великой Кан-Созидательнице, и источник мощи вновь наполнится до краев. Как предначертано, он поглотит жалкие души неверных, и даже ты не спасешь их от воздаяния. Блять, у этого чувака рука как я. Охуеть. Он сам монстр, мы играем демоном каким-то, блин. Ты уже переходишь черту. Опа. Не смей вмешиваться. Куда тебе стрелять, в светящуюся дырочку? Это шанс человечеству на искупление. Послужить нам за грехи. Воля Созидательницы — закон для каждого. Я активирую портал. Ты знаешь, ведь ты сам карал послушников. Ад на Земле. Получено достижение. Света. Представление. Исследование. Награды. Что я могу сказать? Это один из самых, наверное, самый динамичный шутер, в который я играл за последние годы. В плане вот это все тебя... Все зависит от твоей реакции, да? То есть все тебя вокруг... Монстров куча. Тебе нужно реагировать. Вести менеджмент своих боезапасов. Тебе нужно вести соответственно... Это очень круто. Вот кто любит такое... Как-то тебе объяснить? Кто любит такое, тот должен получать удовольствие в Doom, потому что это именно тот Doom, в который я играл в детстве еще, да? Это, то есть вот эта динамика, эти монстры, ты должен искать броню, должен искать боеприпасы, проходить дальше, двигаться, нельзя стоять на месте, иначе тебя очпокают. Офигенные системы убийства, офигенно все оптимизировано, мне... понравилось. Я не знаю, если ты захочешь, я пройду для тебя эту игру. Но если ты поставишь мне 1 000 000 000 лайков, естественно, все как обычно. Пиши, что думаешь, значит. Вот он Doom, вот он я. Значит, завтра у нас, скорее всего, будет Call of Duty. Как ты любишь все. Поэтому не забывай поставить мне царский королевский, а мы увидимся на новом видео. Пока. Целую.